Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП в Омутнинском районе. Там произошло самое жесткое столкновение за выходные. Легковую «Шкоду Рапид» буквально разорвало после удара о встречный КАМАЗ. Детали этой жуткой аварии узнаете в ежедневном обзоре. ДТП произошло 25 декабря в 1:30 ночи в Омутнинском районе на 769-м километре дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь. По предварительным данным, 44-летний водитель «Шкоды Рапид» врезался во встречный КАМАЗ. От удара легковой автомобиль сильно искорежил, а грузовик выехал в кювет. Как уточнили в ГИБДД, водитель иномарки скончался, а его 19-летняя пассажирка получила травмы. Медики оказали девушке помощь. По факту смертельного ДТП следователи проводят проверку. В Кирово-Чепецке случилась авария с участием пешеходов. По предварительным данным, на проспекте России 40-летняя женщина-водитель Toyota Camry наехала на двух подростков 14 и 15 лет. Оба переходили дорогу в неположенном месте. Молодым людям вызвали бригаду скорой помощи. На Слободском тракте сбили еще одного пешехода, но на этот раз, по предварительным данным, виноват водитель. 38-летний рулевой ВАЗа 14-й модели наехал на 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне действия знаков «Пешеходный переход». Травмированные медики оказали помощь. В воскресенье утром в Белохолуницком районе столкнулись два грузовика «Скания» и «Мерседес». После удара один из них опрокинулся в кювете. В этой аварии травмировался водитель шведского тягача. Он обратился за помощью медиков. Почти через полчаса в этом же районе произошло похожее ДТП. И тут две фуры. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» столкнулся с попутным грузовиком «Вольво». К счастью, в этой аварии обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия.